В этом дворце, ребята, какие добрые люди работают. Я таких и не видел. У тебя кто такой? Обыкновенный пенсионер. Пришел, говорит, здравствуйте. Говорит, как вас зовут? Я говорю, Вадим. Они берут. Здравствуйте, говорят, Вадим. Очень, говорят, рады вам, Вадим. Берут мои вещи, несут сюда, дают аккордеон, включают звук, свет, садят полный зал народа. Говорит, играй, дорогой, пожалуйста. Пожалуйста, дорогой. Где вы таких людей видели? А самое главное, представляете? А самое главное, ни копейки за это не взяли. Так что, мы сейчас начнем, да? Алексей, у нас там виртуальный оркестр готов, да? Все готово. Ждем вас, Вадим. Я тоже почти готов. Посвящается это произведение, ребята, всем влюбленным и всем людям, у кого сегодня день рождения. Итак, на сцене Вадим Труднев. Спасибо большое.